Если вы заметили, что у вас на машине плохо работает стеклоподъемник и стекло медленно поднимается или опускается, то это видеовыпуск для вас. Причин этой проблемы может быть несколько. Давайте попробуем разобраться, как можно ускорить работу электростеклоподъемников. Итак, погнали! Многим владельцам подержанных автомобилей знакома ситуация, когда плохо поднимается стеклоподъемник. В результате приходится помогать стеклу руками. Чаще всего проблема в том, что бархотки и резиновые направляющие стекла износились и препятствуют свободному опусканию или поднятию стекла. В этой ситуации можно заменить уплотнители стекла на новые, либо просто смазать все трущиеся места специальным средством, к примеру, силиконовым спреем или полиметилсилоксановой жидкостью, сокращение ПМС. Но прежде чем смазывать, рекомендую вымыть всю грязь между стеклом и его уплотнителями, чтобы исключить одну из причин медленной работы стеклоподъемника, а также чтобы эта грязь не царапала стекло и не перемешивалась со смазкой. Затем необходимо опустить стекло и как можно лучше очистить уплотнители стекла. После этого можно приступать к смазке. Набираем смазывающую жидкость в шприц. И проливаем направляющие стекла. После такой простой обработки ваш стеклоподъемник будет работать намного быстрее и не будет большой нагрузки на электропривод. Также после такой обработки стекла будут меньше примерзать зимой. Иногда свободному ходу стекла мешает перекос направляющей двери. Похожей болячкой страдают иногда машины 9-го семейства ВАЗ. У них стекло зажимает в районе зеркала заднего вида. Для этого потребуется два молотка. Один разворачиваем и ручкой упираемся во внутреннее ребро рамки и аккуратно отгибаем его по всей длине в сторону салона ударами второго молотка. Аналогично дорабатываем и наружное ребро. Если у вас все равно медленно поднимается стеклоподъемник, проверьте регулировку самого стекла на планке. Возможно, имеется перекос самого стекла. В остальных случаях медленно работают стеклоподъемники из-за неисправности электромотора. А какие причины медленной работы стеклоподъемников знаете вы, дорогие друзья? Поделитесь этим в комментариях, это будет полезно для нас всех. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и добра. Пока!